В микрорайоне Красная Горка в рамках госпрограммы Подмосковья строительство объектов социальной инфраструктуры и партпроекта «Единой России. Новая школа» продолжается строительство детского сада на 350 мест. Готов плитный фундамент, идет возведение стен подвала. Ход работ проинспектировал секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий. Площадь объекта 4806 квадратных метров. Площадка полна строителей. Работает два инженерно-технических работника, две единицы техники и 25 рабочих. Основной на арматуру сейчас процесс идет, а арматуру вязать. Там плотников работают 5 человек и остальным монтажником еще 5 человек. Как говорят строители, объект находится на выходе из земли. Работы стартовали в апреле. В настоящее время основные силы брошены на монтаж опалубки для заливки стен подвала и на подготовку к последующему бетонированию. Несколько стен подвального помещения уже возведены. На данном этапе полностью выполнены монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Сейчас идет устройство несущих конструкций подвала и перекрытие подвала. Строители вяжут арматуру на площадке, предназначенной для установки башенного крана. Работа будет завершена в течение 2 дней. Затем зальют бетонный фундамент толщиной более метра. Все в графике, потому что мы планируем во втором квартале следующего года, это 23-й год, это детский садик сдать, это 350 мест. Здесь садик крайне востребован, потому что, по сути, микрорайон заселен, детишек много. По словам Владимира Ружицкого, с точки зрения инженерии вопросов на объекте нет. Электроэнергией он обеспечен. Тепло будет подведено в сентябре. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.